К зиме готовы. На нефтебазе в Назарово закончилось обновление автоматизированной системы налива нефтепродуктов. Это современное оборудование, которое заправляет бензовозы топливом. Чем новое оборудование лучше старого и насколько это обновление упрощает работу, в сюжете далее. С самого утра на нефтебазе КНП в Назарово тревожное волнение. Сегодня здесь заканчиваются пусконаладочные работы нового оборудования, благодаря которому вероятность сбоев сведется к нулю, а управление станет в разы легче. К слову, модернизация нефтебазы здесь началась еще в 2019 году. Тогда были на 100% заменены трубопроводы, а также обновлены накопительные резервуары и установлены новые мощные насосные агрегаты. В этом году Красноярскнефтепродукт провел работы по модернизации трех автоматизированных систем налива для подачи топлива в бензовозы. За сутки через эту нефтебазу проходит в среднем около 630 тысяч литров бензина и дизельного топлива. Новые механизмы привезли из города Ливны Орловской области. Там специализируются на производстве качественного оборудования для нефтеперерабатывающей промышленности. Как говорят сами специалисты, любая ошибка в работе системы может привести к необратимым последствиям. Если хотя бы одна из точек налива бензовоза выйдет из строя, машине в ожидании решения проблемы придется простоять немалое время. А это деньги. Сегодня замечательный день, то есть мы закончили пусконаладочные работы по новым измерительным комплексам АСН-15В1. То есть произошла замена более старых моделей АСН-12ВГ на более новые. Измерительный комплекс дает более точную дозу на бензовоз. То есть то и уменьшаются риски поломки оборудования. У нас работа заняла где-то порядка 8 дней, вот, пусконаладочные. Это с учетом даже калибровки на мерник, то есть с настройкой метрологических характеристик. Но опять-таки в такой короткий срок мы вложились, благодаря сотрудничеству вот с местным персоналом. Зима не лучшим образом сказывается на деталях автоматизированных систем налива нефтепродуктов. Есть подвижные механизмы, которые в мороз не должны трескаться и быть поворотливыми так же, как и летом. Обновление оборудования на нефтебазе КНП в Назарово говорит о том, что простоя в технике и ликвидация аварий здесь не должно быть в принципе. Можно смело сказать, что вся работа была проделана не зря и принесет только пользу. Дина Володина, Евгений Назарчук, Илья Сенкевич, 7 канал.